Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilarimiz, Radar Test UZ kanali muxlislari va mehmonlari. Здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые подписчики. Друзья, мы сегодня собираемся прошить Radar Detector Silverstone F1 Sochi Z. Do'stlar, bugun biz Silverstone F1 Sochi Z Radar Detector'ını prashivka qilamiz birgalikda va obnovit qilamiz. Buning uchun bizga kompyuter kerak bo'ladi. Men hozir noutbukni ekranini zapis qilyapman. Sizga tushunarli bo'lishi uchun. Va albatta internet ham kerak bo'ladi bizga. Men hozir sizga ko'rsataman. Mana hozir ofitsialni saytiga kiramiz. Вот это вот официальный сайт silverstonef1.ru надо написать. Mana bu ofitsialni saytiga kiramiz. silverstonef1.ru deb yozishlar kerak bo'ladi do'stlar. Va bizga poddержки обновления раздельни bosamiz. И нажмём поддержки и обновления раздел. Будем ждать. Сейчас нам надо будет указать наше устройство, то есть у нас радар детектор данной ситуации. Демек, бізге керек болады радар детекторны көрсетіп ибарышыны. Чүнки бізде данный момент радар детектор. Хоп, мана бастык, енді бізге көрсетіп ибарыш керек. Қайсы радар детекторлігіні, албатты ихтиот болып, этибарлы болып, босамыз демақчыман. Жүдейін көп мана көртірсілі, разделді, менюді хар хыл радар детекторлары бор. Хоп, бізде Sochi Z. Aynan Sochi Z-ni bosamiz hozir. Mana Sochi Z. Va prashivkani oxirgisini skachat qilamiz hozir. Значит, здесь вот последняя версия prashivki. Demak, bu yerda oxirgi versiya prashivka. Tepada mana bu yerda datasi bor. Ko'rib tursizlar, 28.11.2022 pastda bu yerda tushuntirilgan. Здесь вот объяснение, как надо делать правильно шаг за шагом. Қадам-қадам үшін тұрып отырылген хамаз, достлар. Хоп, енді бізге қазір Өзбекстан үшін прошивка керек, архивда бар. Для Өзбекстана в архиве есть прошивка. Зайдем сюда, в архив. И мы можем увидеть вот здесь несколько прошивки. Нам именно надо будет эксклюзивный ПО для Өзбекистана. Демек бізге именно эксклюзивный ПО для Өзбекистана деген pastigi razildigi prashivka kerak bo'ladi va uni biz skachat qilib olamiz hozir. Qaytgancha, bu judayam qulay, Silverstone'ni qulay tomoni shundaki, mana bu joyda xohlagan prashivkangizni skachat qilib, qo'yib ko'rib yurib ko'rishingiz mumkin. Shunaqa imkoniyatlar qoldirib ketgan obunachilar uchun. Mana bu prashivkani hozir skachat qilamiz. Bu ruskiy golosovoy fayli bo'ladi. Pastdagisi bor, mana o'zbekiy golosovoy fayl. Друзья, вот очень удобно, вот оставили нам выбор скачать любой прошивку. Вот, и вот я сейчас нажал, я уже это скачал, мы ему скачать хвал, огемман, мы заново будем сейчас загрузить, больше дан скачать хваламыз, вот скачка уже завершена, енді бұны очамыз скачать хвалды, қарелі. С помощью WinRAR программы можно открыть, это бесплатная программа, WinRAR деген программа оқалы, очень мүмкін. Хоп, енді бұны извлечь хорошо скорее. Мы должны извлечь, указать путь, папку вот. Сейчас давайте будем вместе извлекать. Хозяйчинан чхарваламас, битте папки они курсатамас, харяле. Демек. Битте папки, яратамас, хозяй янг папки. Мана документы не бастык. Хоп, мана шу джойда. New folder бастурб. Окей не бастурсек, шу джойгу чуяды. Кетта чуто хозяй, энде муни офасырген болады. Теперь мы можем вот это закрыть. Мы уже распаковали вот файл. По адресу теперь надо будет зайти. Хоп, адрес пути крамыз. Документы не бостык, мана Sochi Z. Вот то, что мы только что извлекли. То есть, хозыр гена мана чихарген прошивкамыз, достар. Программа орхали, хозыр буна прошивки хламыз. Программа запуск хламыз хозыр мана. Ва радар детекторны улеймыз. Харил хозы экраны корсама бурчейда. Вот сейчас мы соединили радар-детектор, компьютер. Вот харейли мана, даны босамыз. Тешрот хозыр, проверка кетуатты, версия тешрот чуатты. Проверка версия кетуатты, мана куртурсула. И кыбылгеннадан кеген файлы босамыз. Мана бу жойдаги файлны босамыз. Ва открыт кылып, мана бу файлны белгилап жөнөтүшүбүз керек. Мана шу открыт билан. Хоп, мана 100% болды, готово чықты. Енді файлы босамыз. Мана босамыз, ва открытны босамызды. Мана шу манзылны көрсетіп ебарамыз. Боя көрсеткен жайымыздығы. Документыге кірамыз. Sochi Z-ны босамыз, ва
Mana bu 0138 deganini открыть qilamiz. Mana shu prashivka va baza данных. Endi загрузить в устройство qilamiz, do'stlar. И будем вот загрузить сюда в устройство. Кстати, вы можете здесь видеть версии прошивки. Do'stlar, darvoqa mana bu joyda siz прошивканың версияларын көрішіңіз мүмкін. Ва пастыге версияларын көрішіңіз мүмкін. Енді загрузитті босамыз. Вот сейчас нажали, вот. Вот идет, сейчас загрузка идет. Обновляется. Вот обновление было. Мен обновить қылды. Мен яқында обновить қияндым. Шында хам қайта обновить қыбердім. 0138 версияге обновление болды. Хоп, енді йопамыз хамасыны. Достлар, енді радар детекторны асосий камерой қайтып, битті хозыр. Сброс берамыз. Друзья, теперь после прошивки обязательно надо сбрасывать до заводской установки. И заново мы можем под себя его настроить. Яни узымызге мослеп, достлар, сбростан кеген настройки хсек болады. Мен хозы буны сізге экраны көрсетіп отама. Достлар, хозы прошивки қылдик. Прошивкадан кейін буны сброс настройки қылыш керек. Для этого нажимаем меню. Сброс қылыш үшін меню босамыз. Язык. Маған босамыз. Мют дегенна. Перезагрузка устройства. Да. Возврат к заводским установкам. Как раз вот это нужен нам. Шукере бізге. Перезагрузка кетті. Завод сознамалар. Еще раз. Ну, один раз нужно. Я два раза всегда делаю. И кем арта қылам специальный? Язык. Узбет ілі ама қарелі ана. Русский. Смарт. Автоматическая работа радар детектора. Бу жойда хам узбек, хам рус тили бор. Нарги пакетти қилсангиз, менимча фақат узбек тили бўлади. Голос включен. Тест при включении. Диапазон X. Диапазон КУ. Диапазон КА. Диапазон К. Лазер. Хиквижн. Чувствительность в режиме яркость. Уровень пользовательской яркости. Чтобы вам видно было, чтобы слей корнус учим, что на как пассетер пойдем. Выбор тона X диапазона. Харбита. Харбита диапазон, где пойся болады. Выбор тона звук. К диапазона. Выбор тона КА диапазона. Выбор тона КУ диапазона. Курасанама. Включение или выключение GPS-сопровождения. GPS-сопровождение. Оно в трушке обязательно. Smart GPS. Автоматический выбор расстояния до камер. Бу маслахат берилган завод тарафтан машина туруш керек. Smart GPS туруш керек. Он правильно стоит сейчас. Выбор часового пояса. Узбекистан учим плюс 5 Гринвич вахтадан. Формат времени. 24 саат. Отключение радарной части ниже скорости. У меня 20 стоит, манда 24-ті. Холесейлі 40 койлі, холесейлі 10 койлі, холесейлі... Енді 0 койлі тоқтап тұрганда ем звук алышы мүмкін. Приглушение громкости ниже скорости. Переход в режим город 2 ниже скорости. Автоматический переход в режим трасса. Экстра приглушение радарных сигналов Маша... ниже скорости. Бунымабу, кто знает, что это такое? Это очень хорошая вещь. Когда у вас будет ложное срабатывание, здесь будет один бип сигнал. Бип. Это тит клады, ложный гер, и обратиться надо внимание сюда вот, на дисплей. И корасыз, что сюда... Режим город 2. Корасыз сюда, что детектирование бывало, намагадар детектирование алды, ва уша сигналны, күчіні корсатып тұрады. Агар оны нурх посейс, кететкен жойызда, ложный боса, сигнал беріп тұрады. Аса бізді бұзмейді де, битті бип қалады, қарисыз. Радар болушы мүмкін, ихтиот болып бірасыз. Албат авазыны балақ боясыз, авазы нормальный чықады, пас емаз. Язык. Сейчас быстро туда дойдем. Экстра приглушение радарных сигналов ниже скорости. Для теста я всегда делаю 0. Тест учен, тест учен. Это для тест. Для меня это так надо. Вот здесь учен сразу банах хочешь мук юзели глаб. Предупреждение о превышении скорости, установленной пользователем.
сообщение о превышении скоростного лимита. Обязательно бирг қойинг плюс один. Кўрдингизми? Бирг қойинг нормально. Голосовое оповещение о дистанции. Бир қилганингиз 71 бўлсангиз огоҳлантиради, 72 бўлсангиз огоҳлантиради уже. Удаление GPS точек пользователя. Перезагрузка устройства. Возврат к заводским установкам. Язык. Айланиб келди, болар. Ана худо холоса. Детекторимиз тайёр. Вот наш радар детектор готов на работу. Если вы в городе будете ездить, обязательно город 2. Вот рекомендованный режим город 2. Сигнатурный, он же сигнатурный режим. И агар шахарда бўлсангиз, город 2 режим дурингиз, сигнатурный режим бу. Ортача памятласиз, маза қилиб ҳайдайсизлар. Если вы за пределы города, тогда поставьте режим режим трассы. Трассу поставьте. Вот и все. Здесь нет ничего сложного. Бу ерда ҳеч қандай қийинчилик йўқ, худо ҳолиса ҳаммаси тушунарли менимча, дўстлар. Режим город 2. Do'stlar, agar savollaringiz bo'lsa, albatta kommentariyada qoldiringlar. Biz harakat qilamiz savollarga javob berishga. Radar test o'z jamoasi albatta siz bilan birga. Kuchimiz birlikda, xudo xolisi do'stlar. Yanagi videolarda ko'rishguncha va testlarda ko'rishguncha siz bilan hozircha g'oyibona xayrlashamiz do'stlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.